Здравствуйте, уважаемые виноградарь-любители. С вами Александр Беляков, виноградтверь.ру. Сегодня у нас 13 мая 2022 года. Снимаю это видео в теплице, в одной из теплиц, где у меня виноград сидит, которому уже тут 4-5 год, что называется. Ну, тут у меня сорта, как и были, Онтарио, Бьянка и Альден. В общем, что я сделал на Альдене? Вот он хорошо очень пошел в рост у меня вообще, прям он у него тут... Уже цветковые почки уже проснулись, что называется, не просто цветковые, вот там бутончики уже вот уже видны, вон они, сейчас фокусировку сделаю получше. Вот, вот так, да. Вот, здесь я выломал двойники, тройники практически все, кроме вот этой вот, вот здесь у меня два, но я не вижу бутонов, то есть посмотрю на какой бутон. Вот здесь пока тоже не вижу бутонов, вот это двойник так называемый, вот, то есть один из них я выломаю в ближайшее время. Ну, это, наверное, через неделю примерно, то есть не страшно. Там, где я увидел, уже есть вот такие завязи, фактически. Ну, точнее, не завязи, извиняюсь, неправильно сказал. То есть это цветонос, так называемый. Вот. Там, где я увидел цветонос, там как раз оставил, а другую лишнюю, так сказать, выломал. Вот. Но это обычная практика при нормировке. Вот здесь у меня бьянка, но здесь немножко он... Тоже не вызрел, подмерз. Вот, кстати, вот здесь, видите, двойник тоже. Но я не вижу, есть тут? А, есть. Тогда все, можно выламывать. Вот, смотрите, вот. Просто беру и выламываю аккуратненько. Вот. И удаляю. То есть здесь вот, вот, вот видите, цветковая. Такая гроздочка будет. Соответственно, все нормально будет. Так, ну здесь не трогаю, потому что здесь почка не проснулась. Здесь тоже почка не проснулась. Но автоматом, значит, оставляем, что есть. Так, вот русский янтарь. Цветковые есть, цветковые есть, цветковые есть. Здесь все оставляю, тем более, что, видите, я его как покрыжил, то есть именно порезал, потому что он подсох. Плохо вызрел лоза, к сожалению. Вот. Мороз, вот, который был с 16 на 17 сентября 2021 года, дал о себе знать. Так, ну тут здесь розалия у меня уже пошла, а преображение пока не хочет идти. Сокодвижение было очень активное, здесь везде плакала лоза, ну не знаю, посмотрим, вот там почки начали раскрываться, он немножко позже. Вот розалия уже пошла, здесь не знаю, не вижу пока раскрытия почек, будут, не будут, но сокодвижение здесь было интенсивное, то же самое. Посмотрим, если что, дадим снизу, тогда вон тем отросткам расти. Или вот, вот здесь вот даже вот этим вот почкам, вот которые спящие почки, вот они спящие почки, они здесь на лозе присутствуют всегда. То есть, поэтому я их изначально не удаляю, удаляю только тогда, когда вижу, что у меня, ну, как бы все остальное вызрело нормально. То есть уже пошла расти лоза там, где мне нужно. Вот начало, будем так говорить, формировки винограда. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на канал, будет интересно.